за святую Русь помолюсь. Чтобы Божью... Вот. Крупнейший в России питомник. Ну, понятно, не импортный, сам делал. Но тут еще была причина в другом. Этот питомник, я фотографию делал, это, на моих глазах распечатали незнакомые люди, попросили совета. Вот. Давайте при вас распечатаем. Распечатали, фотографию сделали. И тут было другое. Полтора месяца шла. Ну, тут уж извините. Даже если высылали живыми, то это работа почты. Понимаете? А это то же самое, я рассказывал, крупный план. Вот такие получать, они уже, считайте, это полуинвалиды, полупокойники. Вот. Я, кстати, не 20 дней, по-моему, 30 дней. Ну ладно. И тогда по разным этим уже появился интернет, по разным этим пошла моя поговорка, которую я придумал. В нашей стране саженцы почта возит на лошадях. Вот, как в 19 веке. Это была моя знаменитая. Это я повторяли тысячи раз, потому что, думаете, я один такое получал? Вот такое чудо. И это была страшная вещь. И вот на тот момент, ну, еще покажу так, похвастаюсь. Вот. Вот видите, эту фотографию вы не видели. Ну, вот. Если уж не выращивать сам, так, по крайней мере, приедет сам без почты. Это я когда-то вам показывал фотографию. Вот. Учебный фильм я вынужден показать. Значит, прекрасный садовод, мой хороший друг. Вот. Яблочный спас, это, по-моему, ранняя осень. Праздник он привез продавать. Выкопал. Вот. Он молодец хотя бы в том, что он не отшмыгивал, как другие. Тррр. Это в фильмах учебный был. Тррр. Нет, он их каждый отрезал ножницами. Вот. И, в общем-то, понятно, каждому не объяснишь. По идее, он должен был лично сохранить, но сохранить их в нижней части, вот так. Вот это вот сад, который никогда, по крайней мере, в ближайшие годы не помрет, а там уж как к нему относиться будут. А вот это, смотрите, еще учебный фильм. Почки не вызрели. Раз листьев больше нет, а еще впереди сентябрь, октябрь, ноябрь. Вот. Где-то сентябрь, октябрь, где-то еще и ноябрь. Почки должны вызреть. Они не вызреют никогда. Раз. Никому в голову, ни продавцу, ни покупателю не приходит, что надо взять бы. Даже вот такой искалеченный. Но только разница в том, что если бы был сыстер, можно было бы... У него хорошая упаковка была, все. Я сам проверял, я такой дотошный. Можно было половину отрезать верхнюю, а нижнюю посадить. И он прижились бы осенью прекрасно. Вот уже без листьев, уже можно оставить четверть. И то выживут. Но так как ни продавец, ни покупателю в голову не придет вообще обрезать. Вот. Осень холодно, не хватает питательных веществ. Вот. Кое-как тут растворчик. И начинается выращивание больного саженца. Приехали. А я еще не добрался до Франца, до Халилова. Я ему объясняю, ему, почему я писал те статьи и что в них нашел обидного, чтобы это самое написать такую статью, хамскую статью с хамским названием. Вот, видите, у меня были не хуже. У меня даже горшки были, то есть ведра были в два раза больше, вспоминайте. Вот теперешний курс, это норма нынешняя. Потому что невозможно было, когда я продавал 12-литровых горшках, ни одна машина не влазила. Не в горшках, а в ведрах я, пластмассовых. Вот это мы остановились на этом варианте. Вот. Вот это было. Вот. И вот эти вот саженцы, упакованные по железу, вот, в специальных, самодельных, больших коробках, являются образцом для всей России. Вернуться к тем, к этой самой, к питомнику, к этой, лишний раз, чтобы не показывать. Вот. И вот так и получилось, что все это не понравилось Халилову. И что было, делайте сами.
Вот это и было. Фраза вот эта, да? Именно это взбесило Францию. Потом я вот эти старые фотографии, ну не старые, но вот как быстро выращивается день, это самое, прививка на второй год, еще полтора года и все. Вот это еще после прививки полтора года. Сейчас, секундочку. Так, идем дальше. Не знаю, я это самое. В общем, человек занимался в то время, будучи ученым, но ученый не один, я их за это уважаю, ни один не мог не выращивать саженцы на продажу. Иначе не дожил бы он до своих 80 лет, это точно. Вот, теперь уже опять это не к нему, это в целом. Что такое доращивание? У меня тут это просто к нему я еще вернусь. Да я уже показывал. То есть последний момент вставляется в горшок и на продажу. Если продать не удалось, в горшке остается до следующего сезона. Вот. Это есть доращивание. Но говорят, да, у нас правда, как они говорят, у нас правда это нет сада. Мы не выращиваем, но мы доращиваем, то есть получается, они у нас какое-то время живут, значит, все в порядке, они, ну, то есть, в этом, за какой-то полгода, год, они их якобы районируют. Вот. Ну, а дальше туфта.